Здарова, молодые люди, меня зовут Эрик Сука Шоков, и сегодня мы будем открывать новые кейсы, которые называются Snakebite Case. Каждый из них стоит по 5 долларов, и открытие стоит еще и 2,5 доллара. Мы сегодня спонсируем Valve. Ну а также, вы набрали под последним роликом около 25 тысяч лайков, поэтому, понятное дело, я обещал открыть 50 кейсов, но я открою сегодня 82. А вместе со мной будет Thunder. Всем привет, ребят, йо-йо-йо. Thunder. Я готов открывать собой кейсы. Давай, брат. Сколько у нас, получается, потратили на это все чудо? Потратили на все это чудо? Я делал пост в своем телеграм-канале Эрик Сука Шоков. Там была сумма около 584 долларов. Ну, в общем, в принципе, зарплата такого неплохого достаточно состоятельного человечка в Москве. Я правильно понимаю? Да. Угу. Вот. Отлично. Поэтому мы думаем, что можно начать открывать. Давай, брат, давай. Поехали. Поехали. Слово, я, кстати, пооткрывал эти кейсики. Ну, правда, немного, штук 6 где-то на стриме. Мне выпал только Дигл. Дигл стоит 1000, кстати, даже только самые фигурки. Только Дигл. Как же... Вот он из Москвы, для него только Дигл это как ничего, за 1000 рублей. Московская чика. Ну, я не окупился в любом случае, так что... Да. Давай предикшены. Я думаю, выпадет эмка тебе. Ну вот, не сейчас, а в целом, я думаю, тебе выпадет эмка. Например, Леха пооткрывал кучу кейсов, ему не попадало вообще практически ничего, если не ошибаюсь. У меня есть чуйка постоянно, что что-то выпадет, но сегодня у меня ее нет. Сейчас у меня в этом выпуске нет. Если я ничего не выбью за это количество кейсов, я не опубликую ролик. Вот поэтому. Такой вам предикшн говорю. Так что, ребят, досмотрите ролик до конца. Да. Кстати, я закрыл профиль свой, вы не увидите, что мне выпало. Фандер, расскажи, пожалуйста, некоторые моменты из своей жизни. Что изменилось после прокачки? Тебя вообще узнают на улице? На улице, так, брат, я из дома не выхожу, я не знаю. Тебя узнают дома? Дома до сих пор. Слушай, узнают. Мне кажется, в дома тебя могут уже не узнавать, из своей комнаты не выходишь. А что этот человек вообще делает в нашей квартире, знаешь? Что за прическа у тебя, Фандер? Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Называется горшок на голове. Не, на самом подожди, деле... Подожди, это же кроп... Да, это кроп. Мне сказал в барбершопе барбера о том, что эта прическа называется ананас, но я погуглил, что такое прическа ананас, и там, знаешь, вот из губки Боба ананасовый дом, и это то же самое на голове. Но это явно не ананас. Не знаю, это кроп, который нужно правильно укладывать. Вот если ты не будешь правильно укладывать эту прическу, то она будет, короче, фигово. За 4000 барбершоп сгонял? Нет, я хожу в барбер 1600-1700 стоит. А в барбере ты понимаешь, что должны быть мужики только? Да, так и есть. А ты думал, у меня девушка стреляешь? Настоящий барбершоп, да. Мне даже там предлагают иногда виски, но я отказываюсь, как вы понимаете, за спортом. Ты еще... Да? Да, конечно. Это очень хорошо. Я люблю этот калаш. А он зелененький, серьезно? Слушай, он красивый. Он ядовитый, типа, да? Да. Снейкба... Ой-ой-ой-ой. Ну, нет, чуть-чуть. Фандер, расскажи, пожалуйста, сколько ты сейчас начал зарабатывать? Да, Шок, я у тебя сам интервью брал с такими вопросами, да? Что мне решил в ответку, да. Я не знаю, мне кажется, ничего не изменилось, вот правда, в зависимости от популярности, но может быть сейчас, правда. Подожди, построение с чем? Ну типа, что было, что сейчас? Не, ну понятное дело, у человека во дворе море свое. Нет, я сейчас просто откладываю потихоньку денежки и просто откладываю. Я такой человек достаточно экономный, если мне что-то нужно, я покупаю. Сейчас я хочу взять кольцевую лампу новую, вот, но она 1010 это выйдет, хорошая, прям такая качественная, и ее просто в стену потом отразить, чтобы свет был рассеивающийся, и все. Ну и взять какой-нибудь прожектор на задний фон, чтобы у меня вот там, где пол под табличкой Фандера, оно подсвечивалось таким голубым цветом, было бы прикольно. Вот, ну и как бы так. Ну а так что, если нужно купить одежду, я покупаю одежду, а так каких-то таких жестких покупок я не делаю. Фандер, зайди в свой банк и покажи свою историю за последний месяц. Трат, ты уверен? Да, Илья, давай. Блин. Ну, сейчас месяц начался только, кому? Там у тебя маленькая сумма будет. Могу за предыдущий тоже сказать. Не-не-не, не надо. Только за этот? Давай. За этот, хорошо. Я не знаю, будет ли видно. Ну, 78 тысяч будет. За 6 дней. Ну, я не знаю, откуда такие цифры, это ужас. Ага, конечно. Я не понимаю. Я не знаю, почему, но у меня за март месяц 400 тысяч каким-то образом. Ты что, издеваешься? 400? Я не знаю, откуда. Это ужас. Боже, эти стример, кошмар. Сабершок еще столько не зарабатывает. Ну, ладно, не буду врать, ладно. Только зарабатывай. Да, конечно, уже все в интервью сказано было. Ай-яй-яй. У меня дрель. Если сейчас он выйдет, о боже. Так,
Временная пауза. У меня соседи. Мои соседи тоже записывают открытие кейсов. Небольшая рекламная интеграция. Сейчас мы на сайте DigiDrop, и я только что увидел, что тут есть тайный дроп, который для меня он бесплатный. Давайте прокрутим, потому что это выпало мне за барабана, значит, 100 рублей. Открой барабан, скажите, какой, что выпадет, какой открыть. Давай третий, да. Вот а я, кстати, а я тебя читал сейчас, я знал, что ты третий скажешь. Да, моя любимая да. цифра. Я ввел промокод ULEO, на грузинском это значит не очень приятные вещи, но... что? Все, продолжаем. Все, мне выпало два предмета в контракт, и это шедевр. Так, мы делаем контракт, и нам падает 7900. Нифига себе. Ну, он такой красивенький. Забираем дроп, и сейчас мы его получим. Давайте зайдем в апгрейд и покажу вам функцию апгрейда. Так, выбираем любой скин, к примеру, за 1000 рублей. Мне нравится петушок. Вот этот ставлю свой шанс. К примеру, 4 коэффициент, 23%. Я отдаю 266 рублей и хочу получить 1032. И я выбиваю это. Пришел USP, мы его сейчас забираем. А ссылочку на DigiDrop я оставлю в описании. Мы идем дальше. Ты же понимаешь, что мы открываем 11 минут? Ролик этот люди смотрят, и тут ничего еще не упало, но зато мы узнали, сколько ты зарабатываешь. Отлично, это кликбайт неплохой. Ты набиваешь по 40 фрагов, камон. Он на каждом шоу-матче делает 40 киллов. Чувак, я все понимаю, но как это возможно? Я просто пью цикорий. И когда ты будешь пробовать попасть в FPLC, камон? Я просто пью цикорий на завтрак. А FPLC? В FPLC я ем на ужин. Слушай, да не знаю, очень тяжело выйти в FPLC. Лично мне не получается. Я играю прямо, очень много набиваюсь, все равно проигрываю, это очень сложно. Даже если я играю в пачки с хорошими тиммейтами, все равно не выигрываю. Ну, байтеру очень сложно всегда попадать в FPLC. Согласен, да. О! Опа! О, статрека! Подожди, спорим, это немного поношено. 0.3, это после. 42 доллара, добрый день, молодой человек, добрый день. Подожди, это сколько у нас получается? Это тысячи... Это... 3,5? Это 3500. 3500, да. Слушай, ну, уже неплохо. Нет, не 3500, ну, вроде... Ну, около того. Ну, ладно. Короче, 4000. Кстати, что у тебя с АВП, который у тебя исчез? А хочешь прикол? Я такой лох. Ты нафейлил? А, ты его заливал. Нет, смотри, стой. Я ради рофла. Смотри, когда у нас был шоу-матч, я хайпил на моменте, что я украл нож у брата Строго. Ага. И когда был шоу-матч, во время этого шоу-матча, я сидел на CS-мане и затрейдил вот этот нож. Да. Я набрал столько охвата, столько лайков, все хорошо. Но я слил за 1600 долларов градиент. И после обновления он начал стоить уже 2300. То есть я потерял 600 долларов просто из-за того, что я решил порофлить. И вот этот ножик я получил. Мне очень грустно. Ну, зато рофл был хороший, наверное. Его оценило всего лишь 7000 человек, но это самый дорогой рофл в моей жизни. Слушай, я хочу, короче, пройти Resident Evil новый. Тебе не выдали доступ? А надо кого-то писать, значит? Нет, я вообще никогда не... О, стой! Да ладно! Вот, а это хорошее. Подожди. Это хорошее. Седай, значит, это хорошее. Подожди, подай, да я посмотрю сам. 92 тысячи, шок! 92к, брат! Это самые дорогие! Это самый дорогой дроп, который мне падал. Бля, да ты вообще крейзи. Я конченый. Ну, я хотел это сказать, но подумал, что это слишком. Чувак, мотоциклетные перчатки, да, легендарные наклейки. Легенда, 100к сумки у папы. Короче, ладно, я еду в Питер, мы с тобой быстренько сразу, бар оформляем. А чё они... Слушай, только капец, ты вообще красава. Капец. Мне никогда просто не падали. Это же 90 тысяч, реально. А, ну то есть мы окупили все это? Да, все окупили. Еще можно поехать по девочкам. Я назову ролик, мне выпали перчатки за 100 тысяч. Подожди, у тебя такие дорогие девочки? А, ты из Москвы, я понял. Извини. Слушай. Офигеть. Но они не выглядят на 100 тысяч. Давай опустим это, а то сейчас... А сейчас CS-мани увидят, сейчас ценник быстро снизят. Давай, не гони, они стоят на все 150, я считаю. Это очень хорошее, приятное. Да. И ну очень, что, теперь очень... есть настроение теперь. Да, настроение, видишь, как деньги меняют людей. Люди, деньги, это плохо. Слушай, а если мы сейчас будем контракт делать, оно же выпадет больше, да? Да, 100%. Ага. И может быть статрек еще? Да. Нет, какой статрек, чувак, нет, из деревни? Я ни разу не делал контракт, мне не на что делать. Ой, как мило звучало. Я из Москвы, я не видел ты это, я не делил. Не, ну просто я синеву либо продаю на ТП, либо... Слушай, такие дропы падают гениальные, добрый день. Слушай, это же окупается все. Да, это все окупается, правда. Я просто даже не мог, я смотрю перчатки, думаю,
Подожди, что? Типа перчатки? Серьезно? Чувак, ну, у нас такая была ВК-реакция, я в шоке просто. Ну, блин, я, понимаешь, я не знаю, как реагирую. У меня никогда не было открытия кейсов, типа, ну, даже... Не-не, это вроде слив. Смотри, они забыли нас переименовать его. Подожди, а чтобы статрек выпал, нам нужно в крафт... Нам нужно именно статрек, да. Ага, ну это люто. Объясняю человеку, который потратил на эту игру 11 тысяч часов. 15, извините. Боже мой, лучше бы не уточнял. Так, ну по сути, статрек... А, кстати, статрек сейчас будет. А. Калаш слейт прямо завода, слышишь? Раз, два, три. Давай, погнали. Раму собрал, скилл показал. Ай-яй-яй, дерьмо полное. А так могла бы сотку долларов упасть. Да. Ну ладно, легендарный момент. Вот слейт я, наверное, бы не буду ставлять. А вот слейт сколько стоит? 23 и 19, да, слейт вставлять не буду. Погнали? Ну что, легендарный момент, я считаю. Да. А что может упасть? МП9 хочу. Давай. Ну-ка. А что это такое? Стоит и какое качество? Это вообще дробовик, брат. 17? О-о-о! Точно в плюсе. No cap, dude! No cap, dude! О-о-о, 60 долларов! Что? Чё? Прямо с завода! А, это прямо с завода? Блин, крысы, они... Да го, открывать еще кейсы, сейчас еще нож с перчатками. Подожди, я немножко нож упасть. Кстати, а ты видел, что выпало бустер? Бустер, что выпало? Да. Нет. Перчатки за полмиллиона. За полмиллиона? Да, ты не видел? Чё? Это легендарно. Ему перчатки за полмиллиона выпали. Они полмиллиона стоят? Да, да, это прямо с завода, по-моему. Таких даже нет в продаже. Да ну. Да. Это люто вообще. Это люто. А потом ему и вторые перчатки еще выпали. Да? А сколько да, они стоят? 1060, по-моему, или 70, что-то такое. Это люто, Денис, это люто! Да представь, ты пооткрывал кейс и пошел машину купить. Я уверен, что наступит тот день, когда все-таки я возьму, открою кейс на стриме, что-нибудь разобью себя на хате. Ну, выбью что-нибудь, вот. Не-не, вот этот человек золотой. Общается с бустером, смотрите, как он начал общаться. Пока я ждал, пока включит камеру, он битбоксил. Сейчас хочет что-то разбить. Завтра у тебя будет свой Герман на заднем фоне. Блютая имба, вообще после фейса это самое оно, мне кажется. Ну все, вот и вот. Ребята, прямо сейчас я выбью красный USP. Тайное качество. Два... Последний кейс, понимаешь, это то... Дубль 2. А сейчас шок выбьет, Юз. Эх. Оставшиеся деньги я не смогу потратить, потому что каждый кейс стоит по 6 долларов. Мне их хватит, я открою 2 кейса. Лучше открыть сразу же 8 клатч кейсов. Ну что ж, я не буду смотреть, что мне выпадет. Я просто это буду открывать. А, арифметика. А, найс, я скрыл, я не смотрю. А, ну найс, что это такое? А как мне открывать и не смотреть? А как это сделать? Кстати, ладно, пофиг. Ну ладно. Представляешь, сейчас такие прям перчатки прикинь, новые. Прикинь, что-то может, да, это будет вообще лютая тема. Все, последние два, давай, это давай. Свэк, свэк. Все, и последний пошел. Свэк. А, мы потратили 600 долларов, выбили 1300. Мне кажется, это очень, очень хорошая история. Да. Спасибо большое всем, кто посмотрел этот ролик. Я вам советую посмотреть мой предыдущий ролик, где я рассказываю про лучших 10 карт сюрфа. Это очень локальный ролик, но сюрферы, добрый день. Для вас я подготовил хорошие карты. Со мной был Фандер, ссылка на него в описании. Он лютый стример, будущая звезда, ниндзя. Приготовься. Всем спасибо. Это был Эрик Шоков и Фандер. Пока. Всем пока.